dvhub.ru. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются родители детей-инвалидов Хабаровского края и Дальнего Востока. Многим нашим детям требуется лечение и реабилитация в западных регионах страны, чаще в Москве и Санкт-Петербурге, так как в наших регионах не вся помощь может быть им оказана. Но многие дети-инвалиды не получают необходимого лечения и реабилитации, так как из-за тяжести заболевания им практически невозможно перенести длительное путешествие железнодорожным транспортом. Ведь из Хабаровска до Москвы на поезде 7 дней пути. И чтобы добраться до самого Хабаровска из отдаленных регионов края, требуется около суток. Мы неоднократно обращались в федеральные органы власти с просьбой закрепить за дальневосточным регионом авиаперелет для инвалидов, в чем нам было отказано. Мы обращаемся к вам, Владимир Владимирович, с просьбой закрепить за нашими инвалидами право на авиаперелет вне зависимости от цены на ЖД-билеты. Владимир Владимирович, помогите нам. dvhub.ru